По традиции, в преддверии Дня Республики предприятия Чувашии запускают новые производственные линии. Старт таким открытием сегодня дали на Оконде. Ежегодно кондитерская фабрика увеличивает свою мощность на 10%. Сейчас здесь запустили линию по производству сахарного печенья. Это позволило создать больше 60 рабочих мест. На торжественное открытие приехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Делаете все для того, чтобы появлялись новые производства, чтобы создавались новые рабочие места, и несмотря на сложности, на трудности на потребительском рынке, с учетом жесткой конкуренции, вам удается продвигать и продавать свою продукцию, находить своих покупателей. Инна Свиридова проработала на фабрике больше 30 лет. Вспоминает, в 60-е годы, когда она только пришла на предприятие, приходилось делать кондитерские изделия чуть ли не вручную. Сейчас конфеты ручной работы здесь тоже есть, но они уже считаются продукцией премиум-класса. Из ничего, из небольшого кустарного предприятия за эти годы фабрика выросла и вширь. И вверх, и вниз. И все это сделали люди. Лучшим работникам фабрики Михаил Игнатьев сегодня вручил награды. Также глава республики побывал в кондитерском цеху, где начали выпускать новинки. И здесь Михаил Игнатьев не удержался и попробовал новое печенье.